Пис. Ямы на 35 участках дорог в Павлодаре засыпят песком и щебнем. Восстанавливать начнут весной, заявили сегодня в отделе ЖКХ. А пока таким образом выравнивают проезжую часть раз в неделю. Это улица Короленко. В декабре 2019-го возле дома номер 325 произошла коммунальная авария. Повреждения монополист устранил, а вот восстановить дорогу пообещал, когда снег растает. Территорию засыпают переработанным асфальтом уже шестой раз. Всего таких участков 146, 35 из которых на проезжей части. Остальная часть находится на внутриквартальных территориях. Данные участки образовались в связи с производством работ по устранению повреждений, проведению ремонтных мероприятий на сетях тепло-, водо-, электроснабжения. Коммунальные службы, то есть ТО «Павлодар Водоканал», тепловые сети, Павлодарская распределительная электросетевая компания, а также АО «Казахтелеком» берут на себя обязательства по содержанию данных участков в осенне-зимний период 2019-2020 года. Подсыпают песком, щебнем, остатком снятого ранее асфальта. Еженедельно. По нормам качественное восстановление возможно при температуре не ниже 8 градусов тепла. Азиза Исабай, Дмитрий Моисеенко, телекомпания «Ирбис».